Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» почтили память воинов-интернационалистов у мемориалов в Одинцово, Звенигороде и селе Ершово. Участие в звенигородском митинге принял депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков. Он подчеркнул, что сохранение памяти о героях и участниках локальных вооруженных конфликтов – важная задача в рамках патриотического воспитания. Ко всем мемориалам единороссы возложили цветы.